Вы смотрите обзор товара коврик Пазл «Русская азбука», 30 на 30 сантиметров, 36 деталей, Фанкетс КБ, высота 16, 36 инти. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Все коврики Пазлы Фанкетс серии инти совместимы между собой в любых сочетаниях. Коврик Пазл 15 мм толщиной. Набор из 36 квадратных плит размера 12 дюйма, 30 на 30 сантиметров, разного цвета с изображением букв, красочным изображением и словом, соответствующим каждой букве. В наборе присутствуют 33 плиты со всеми буквами русского алфавита и 3 плиты с изображением чисел от 1 до 10. Кромки бордюры, представленные на фотографиях, в набор не входят и приобретаются отдельно. Фанкетс «Русская азбука», развивайся с комфортом. Это действительно увлекает. Мягкий и приятный на ощупь материал без запаха придется по вкусу вашему малышу и будет являться отличным подарком. Можно использовать совместно с другими наборами ковриков Пазлов Фанкетс. Изучайте русский алфавит и цифры каждый день играючи. Удобное пространство для игры и веселого обучения. Легко собирается, конфигурацию настила меняйте в зависимости от геометрии комнаты. Мягкая рифленая поверхность смягчает удары при падении и поглощает шум. Безопасный, не содержит фталат, аммиак и ПВХ. Удобный, легкий и компактный для хранения и транспортировки. Размер частей: плит 30 см х 30 см х 1,5 см. Размер коврика в собранном виде 1,8 на 1,8 метра. Площадь набора пазлов в собранном виде 3,24 квадратного метра. Состав его: фоум, вспененный полиэтилен с добавлением этиловинила циотата. Твердость пошор 30-35 единиц. Самый мягкий и качественный материал из существующих в производстве аналогичной продукции. Дополнительная информация. Можно использовать самостоятельно, либо с другими наборами ковриков Пазлов Фанкетс серии NT, легко застелить любую площадь и организовать для ребенка интересное, яркое, комфортное и безопасное пространство. Для каждого угла коврика необходим один угловой и один обычный бордюр. Для любого набора пазлов, коврика прямоугольной или квадратной формы, нужны 4 угловых бордюра и остальные боковые, обычные. Вы можете либо самостоятельно посчитать количество бордюров, которое необходимо для вашего набора пазлов, либо обратиться за консультацией к нашим менеджерам. Детский игровой коврик Пазл Фанкетс «Русская азбука» – отличное покрытие в детской комнате для игры и развития вашего ребенка. Яркий, красивый, разноцветный коврик Пазл помогает обучению цветам и буквам. На нем можно ползать, прыгать, строить сооружения из плит. А собирая и разбирая элементы, ребенок развивает тактильные навыки и крупную моторику. Сразу после вскрытия упаковки возможен специфичный запах нового материала, который полностью уходит в течение 2-3 дней. Материал остается полностью нейтральным в плане запаха и безопасным для ребенка. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.